Только самые ловкие ребята успеют поставить лайк и написать комментарий за 3 секунды. Друзья, всем здорова! С вами, как всегда, Оир и Барт, и мы продолжаем играть в игрушку под названием Гольфит! Всем привет, дорогие друзья! Ну что ж, друзья, по нашей уже сложившейся традиции у нас будет карта на 18 лунок, и что, Ярик, погнали ее проходить! Ой, а ты не забил, к сожалению, да? Я не забил, да, но тебе придется бить через меня, братан, прямо! Да, вот так вот, Почти. И ты тоже не забил, да? Я думал хотя бы с двух раз. Ну ладно, ребят, с трех раз, ничего страшного, все нормально. Да, вот такая вот, вроде легкая, но в то же время сложная первая лунка, друзья, у нас была. Я пролетел, тебе повезло, Ярик, ты упал? А ты прям, тебе больше, ты прям отсюда можешь, да, забить? Да, ну почти. Хорош, Ярик. Ну-ка. Ну почти. Второй раз уже, второй раз. Блин, да ё-моё, почему? Я не понимаю. Ну ладно, это хотя бы мы прошли одинаково, братан, да, с трех раз. Так, что у нас дальше будет? Вау, спираль, поехали. Смотри, куда нам надо перелететь, Ярик. Ё-моё, это очень далеко. Ну ладно, сейчас будем пробовать. Ну-ка, бам, давай. Бац. Давай! Не долетел чуть-чуть. Да, чуть-чуть не докатились мы с тобой, Ярик. Ну ничего, с этой попыточки. Давай, ты бей первое, а я с тобой. Давай. Бам. Хорош. Почти. А ну-ка, бам. Ага, почти, так, я так же. Тупо. Да, то же самое, брат, было вообще. Так же, одинаково совершенно, да, ну-ка. А что за лунка проклятая? Оп, да, Ярик, я тоже вылетаю, я не знаю почему, брат. Так, смотри, сейчас забью. Давай. Пацан сказал, пацан сделал, все нормально, ребят. Забью. Хорош, Ярик, красавчик. Все нормально, ребят, забиваем, да, проходим. Так, что тут? Ой. А ну-ка. Воу. А куда? А, прямо, сейчас, да? Куда-то со всей силы, да? Силу ударю. Ладно, погнали. Ну-ка, ребята, проходим. Я улетел в космос. И нам прямо, Ярик. Я сейчас прилетел. Давай, вот здесь хотя бы, давай сразу попадем. Нормально. Да, давай, брат. Хорош. Есть. Фух, ребят, что-то потно вообще как-то даются лунки, да, Ярик? Так, куда нам? Я налево, не знаю, брат. Правильно, неправильно. Давай. В общем, я налево ударил. Ай, чуть-чуть, брат. Да так. Ладно. Бам! О, можно было еще сильнее, что ли? Или как? А, вон, вижу лунку. Да что? Я уже вижу лунку, Ярик. Хоп. Реально? Да, аккуратно. Повезло. Блин, тут тоже можно вылететь. Она тоже такая не слишком легкая, ребят. Оп. А, нет, все, я забил, нормально. Это нереально пройти. Я с четырех раз, братан, забил. Давай ко мне, давай, братик, все, проходи. А. Хорош, красава. О. Так, и тут можно вообще сильно так нормально приложиться, братан. Давай. Я думаю, хоп. Хорошо. Оп. И вон луночка, видишь, да, аккуратно. Подкатить, думаешь? Да, подкати, конечно, и ударь. Оу, Ярик, ну ё-моё, брат. Ну надо было аккуратнее, братан, да. Давай, хорош. И вот здесь вот забивай, все четко сейчас будет. Ладно, сейчас забью. Хорошо. О, красавчик вообще, все нормально, ребят. Так, фух, это путненько на самом деле было, брат. Оба. Здесь слабенько. Что? Я тоже, Ярик, за тобой прямиком вылетел. Одновременно мы с тобой вылетели. Капец, ребят, вот это да. Оп. А, то же самое, я так же вылетел. Лучше от левого борта ударься. Не, я попробую так, Ярик. Я хочу так попробовать. А ну-ка. Я не доехал. Ярик, я не доехал. Здесь обманки, здесь дырочки. В итоге я от левого борта, братан, и ударился, понял? Ну вот. Как ты мне сказал, только перед этим я потратил столько ходов, ё-моё. Да, я столько ходов прошёл. Аккуратно. Ой, чё там, тоже дырочки, можно вылететь. Смотри, братан, как делаю. Смотришь? Ага, да. Красиво, брат. О, шикарно, да, по-моему? Да. По-моему, здорово, друзья, просто. Так. Ё-моё! Да. Ой. Ладно, проходи. Ой, вот так вот. Смотри. На лухаре встал, лухаре. Оп! Ах, посильнее бы! А, все равно бы не попал. Все равно мне. Садитесь раз, братан, садитесь. Ну ладно, нормально. Да, сложные лунки. Они кажутся, ребят, на первый взгляд, что, возможно, они легкие, но нифига. Сложные, на самом деле. Тут можно вылететь. Там дырка. Не, о, хорошо. Красава, Ярик, повезло, так повезло нам. Вообще жесть. Так, поехали. А я, блин, да, послабее ударил. Но ничего, ладно. А там дальше перелететь куда-то еще надо? Ну, сейчас как профи показываете. А ну-ка, попал? Прям в лунку. Ой, чуть-чуть, да? Вылетел, походу, из лунки. Я не заметил, честно. Оп. О, Ярик. Да, нет, а что я тебе сделал? Я, по-моему, в лунку летел, нет? Или ты, наоборот, меня засейвил? Да, по-моему, да, или засейвил, да, ну нормально, ладно, в любом случае мы прошли, о, это здорово. Легко. Вот оп. Так вот, оп. Тихо. Ярик, стой!
Ты вылетел. Нет. Ой, а там можно как сразу нет. в лунку ударить, не объезжать. Да? А ну-ка, да, я сейчас попробую. О, ну-ка, посильнее чуть-чуть. Опять... Посильнее я попаду, друзья. Если я посильнее ударю, то я попаду реально. Ну-ка, сейчас попробую. Ну-ка. Нет. Бам. Да, слушай, а там, там перед лункой яма, Ярик, можно вылететь. Оп. Давай, остановись. Хорошо, все. Я забью. Я шести раз забью, да, братан, давай. Оп. Отлично, все, давай, братан, давай. Да, знаю, давай. Оп! И почти, сразу залетел. Ну ладно, с восьми раз, в принципе, неплохо, друзья. Нормально. В принципе, быстренько мы летим, все четко. Так, давай, Ярик, что там дальше? Ух, спираль какая. А, полетели, Ярик. Нормально. Надо было посильнее. Доеду! А, не доехал, ё-моё. От правого борта, чуть-чуть совсем не хватило, да, от правого борта. Давай, брат. Право по курсу. Слева по курсу. Я тебе говорю, хорошая тактика. Да, кстати, нормально. А там вот можно и не вылетать. Там дырка, брат. Да? Осторожно, да, вот сразу на повороте. О, хорошо. Ух, как идеально, Ярик. Просто шикарно, ё-моё. И все, и забиваю. Ой. Давай, чуть-чуть тебе, братик, давай. Да. А Серамон, мы на зелененькую прошли с тобой оба. Серамон. Все равно, я хотел сказать. Да. Вау, нифига тут. Бам. О, у меня обратно просто. Проехал до финиша, брат. А я сейчас тоже проеду, смотри. Какой-то тайминг хороший поймал. Ой, нифига. Нет, и назад давай. Я слишком сильно ударил, что от стенки ударился. Ты сможешь попасть. Да, смотри как. Ага. Ну, с четырех раз, нормально. Эту лунку, кстати, с четырех и надо проходить. Я так и прошел на желтенькую. Неплохо, ребят, ладненько. Это какая у нас десятая? Еще восемь лунок у нас впереди, Ярик, с тобой. Оба. А куда там? Ага. А там лунка недалеко, братан. Я ее даже уже... видел краешком глаза. О-хо! Там перед ней ступенька, брат. Оп! О, помог, брат. Спасибо. Помог, вообще шикарно, да? Так. Да. И теперь осталось самому выпасть. Ладно, я смотрел, думал, что что-то есть. А там нету, да. К сожалению, ребят, там ничего у нас нет. Ладно, с пяти раз, Ярик, я прохожу. Давай. У нас с тобой разница по счету, смотри, всего в два очка, братан, не так много. Ё-моё. Так, что тут? Вау. А, там еще платформа, а ну-ка я со всей силы. Бам! Я перелетел. Я засейвился. Есть! Ярик, я сейчас двух раз попаду. А ну-ка. Реально? Блин, поторопился, с трех попробую. Но я почти прошел с двух раз. Все, с трех раз. Есть, ребят, че вообще? Давай, Ярик, погнал. С трех? Да. Я тоже с трех, брат. Окей. Не, с четырех, брат. Ладно. Ну, согласен на четыре, братан, согласен на четверочку. Ладно. А все равно, я даже если с четырех сейчас пройдешь, то у тебя... Понятно, я хотел сказать, будет зелененький счет, но ты, к сожалению, не прошел. Давай, забивай, братан. Хорош, есть. Отлично. Так, ну, нормально, слушай, летим, вообще классно. Все четко, так, погнали. Оп. Ой, а что там, вода? Там, наверное, послабее. Ой, а я, да, я засейвился и сейчас прямо ударю. Хотя нет, там можно сильно ударить, но... Все, нормально, я прошел. О, вон лунка, я уже вижу. Я тоже. Я вижу луночку. Блин, какие интересные лунки. Каждая лунка такая интересная. О, я прям залетел с трех раз. Есть, отлично, ребят. Давай, братик. Опа. Почти. Их почти, да. Чуть-чуть, друзья, ему не хватило, Ярику. Все равно, все равно. Да, ну классно, давай. Оп. Ой, пижон, Ярик. Ай, да. Да, умеешь. Ладно, поехали. Вот так вот, оп. Воу! Искрится. Что это такое вообще? Здесь можно сразу, кстати говоря. Да. Оп, посильнее ударить. Опа. Я, кстати, и проехал, но... Я тоже? Во! Хорошо. Классно, Ярик, просто шикарно. Так, и что там? Здесь послабее, брат. Послабее? Ой. Ай, блин, я не попал. Ой. Выпал, нет. Попробуй посерединке ударить. Да. Ой, хорошо. Оп. Я попал. Опа. Ну все, нормально, засейвил. Опа, и засейвился. Ладно, с пяти раз пройду, но ничего, нормально. В принципе, с пяти эту можно проходить, да. Да, главное сейчас с пяти попасть, Ярик. Это самое главное, брат. Фух. Я, знаешь, когда вот близко, все равно нервничаю, потому что есть вариант не попасть, ну, братан. Да, да, братан. О, в пушечку. Куда? И куда? А в верхнюю или в нижнюю, брат? Вот такой вопрос. Не, а ты до верхней не дотянешь. Не дотянусь? Ну ладно. А ну-ка. Пошел. Ладно. Ладно, сейчас я пробую, хорошо. Так, вот тут еще пушечка, братик. И вот теперь верхнюю. А, и теперь верхнюю. А, смотри, какой там отскок будет, наблюдай. Погоди, а как попасть-то? А, о, ну-ка. Наблюдай. Вау, двойной, и прям в лунку, жесть, неплохо. Так, три луночки у нас, кстати, осталось, вообще четко. Так, полетели. Нормос. Вообще шикарно, Ярик. А тут можно автоматически, да-да-да, по бортикам, пал. Бам. А, ох, что у меня получилось. О, у меня тоже. И где лунка? И что-то она где-то далеко, я не знаю.
Ой, дура. Надо залететь было, да, Ярик, чуть-чуть? Да, 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 залетаешь, короче, и там где-то прямо она, братан. А ну-ка, я сейчас попробую. Так, так. Ударил. И где она? Подожди. Ой, я сейчас еще перепятил. А, она где-то сбоку. Короче, я вот так ударил. О, Ярик, давай ко мне, это лайфхак. Ай, я так жестко слайфхачил, бро. Офигеть. А ну-ка. Хорош. О, ну-ка, и в лунку давай. О, жесть. Ярик, эту лунку надо проходить с 12 раз. Я прошел. Ой, я за 7. Хорош, я за 7 раз прошел, Ярик. Вместо 12 офига. За 7. Давай. Вот так вот. Опа. Хорошо. Что? А-а-а, как? Да, я видел, странно. Он улетел влево, и кто направо. Да, я видел, Ярик, жесть. Как? Жесть. Во, хорошо. А-а-а, все, с 12 раз, братан, да. А, все, да. Да, последняя. Ну ладно, все равно, потели, блин, но эту лунку с 12 надо было проходить, но это сложно было. Мне просто повезло, Ярик, реально. Понял. И все, тут доля везения, на самом деле, ребят. Ладно, погнали, что тут, прямо. О, стой. Сильно. А у меня, я врезался в эту штуку, а ты как-то сквозь нее проехал, это рассинхрон у нас был, короче. Да, походу рассинхрон. Да, жесть вообще, ё-моё, ладно, сейчас еще раз попробую, ребят. А ну-ка, бам, удар. Вот, хорошо. Поехал. Я все нормально. Так, а мне надо перелететь, Ярик, вот здесь, и там, ой, нифига там, да, я вижу, ё-моё, там вообще жесть. Так, хоп, прямо. Так, давай. Да ну. Ну-ка, я сейчас попробую, Ярик, смотри, вот так. Давай. Издалека захожу, оба. Угу. О, поближе, ой, поближе. Хорошо. Все прошел. Здесь легко, чуть-чуть. О, май, сейчас пройду, брат. Давай. Смотрите, ребят, как проходится эта луночка, вот так. Да. Почти, друзья, почти. Нет, на самом деле не так, конечно же, а вот так. Сейчас я показываю. Оп, вот так. Хорош. Нормально, у нас разница ровно 10 очков, Ярик, ровно. Одна лунка. О, поехали. А, она автоматическая, походу. Ну, не знаю, но походу да. Смотри, я один в одном. Если она автоматическая, то я пройду вообще 81, а надо за 84 на зеленые ходы, братан. Понял? Ла. Я всю карту на зелененькую пройду. Что, серьезно, ребят? А ну-ка, давайте посмотрим. А ну-ка. Походу автоматическая. Да, вот походу да. О! Я перелетел. А меня финиш! А с двух раз! Капец! Я сейчас попаду, Ярик. Я перелетел. Я на зелененькую прошел! Классно! Ну-ка, Ярик, давай финишируй. Привет. А как так? Почему я финишировал, а тебе не дает? А я не знаю, Ярик, я не знаю, брат. Ну-ка. О, и попал. Смотри, а ты сразу попал, а я еще потратил один ход, братан. Вот так вот, да, я не знаю почему. Ну что ж, ребят, на этом наш ролик заканчивается. Обязательно подпишитесь на все наш канал. Не забывайте про лайки, про колокольчики, про положительные комментарии и про подписку на канал. Ну а с вами по-прежнему были Овер и Барт. Если смотрели ролик до конца, напишите в комментариях слово «гольф». А на этом у нас все, всем удачи и пока-пока. Пока-пока, ребята.